Раз, два. Наклоны, повороты, легкая разминка перед началом тренировки по скандинавской ходьбе. Елена Никифорова занимается уличной физкультурой уже третий год. Возраст для нее не помеха. Наоборот, здоровье становится только крепче, признается спортсменка. Я как бы восстановилась даже. Стала более подвижной, активной, веселой. На каждую тренировку Елена приходит вместе с мужем. В этом году отметили золотую годовщину свадьбы. Поддерживают здоровье ради внуков, ведь с ними скучать не приходится. Как-то так проходил мимо, смотрю, занимаются. Пошел на разведку года два назад, да? Так было дело. Вот. Ну и решил присоединиться. Уличные тренировки проходят три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Начало в 10 утра. В клуб «Активное долголетие» могут вступить мужчины 60 лет, а женщины – с 55. Мы сначала проходим пару кругов разминочных, затем у нас разминка большая, минут 20, и затем заминочные круги. Но все зависит от погодных условий. Вход на тренировки свободный. Всех активных ждут на центральном стадионе. Лада Дудко, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».